Вы помните, я обещал вам сделать пару видеороликов о тренажерах от Николая Ясиновского? Я думаю, никому не нужно объяснять, кто этот человек, и что он сделал, и что он значит для нашего советского и российского бодибилдинга. Так вот, человек выпустил линейку уникальных тренажеров. Чем уникальны эти тренажеры, я думаю, вы сами убедитесь, когда я вам расскажу о парочке из них. Я заказал, и через весь океан мне пришли 4 станка. И я сделаю 4 ролика, где расскажу вам о каждом из них. Вообще у Николая будет 19 станков в его линейке тренажеров. Чем уникальна эта идея? Вы знаете, что существует очень много брендов, популярных и не очень. В каждой линейке тренажеров есть 1, 2, иногда максимум 3 действительно хороших станка с хорошей биомеханикой, да и вообще просто нужных, необходимых станка. У Николая будет вся линейка состоять из таких нужных, необходимых тренажеров. Кстати, во многих линейках тренажеров, которые вы знаете, мирового уровня, таких станков вообще нет. Это уникальная ситуация, я сам думал об этом, почему не создать отдельную линейку тренажеров, взять из каждого бренда что-то уникальное, лучше доработать, если нужно, и выпустить ее на рынок. Но, как вы знаете, фитнес-индустрия не заботится о нас, ей главное выпускать продукт новый, чтобы мы, как общество потребителей, постоянно их покупали. А как вы знаете, большинство, 99% людей, открывающих тренажерные залы, это обычные бизнесмены, ничего не понимающие в тренинге. Я надеюсь, что отличаюсь от этого, и поэтому каждый открытый мой тренажерный зал отличается уникальной особенностью того, что нравится абсолютно всем, и стронгменам, и пауэрлифтерам, и бодибилдингам, и в России, и здесь, в Штатах. Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. В прошлый раз я ознакомил вас в 3 роликах с 3 тренажерами линейки Forman от Николая Ясиновского. Это тренажер-колодец для ног, снимающий нагрузку с позвоночника. Это шикарный тренажер для грудных мышц, горизонтальный пэк-дек, баттерфляй, разведение, называйте как хотите. Тренажер действительно уникален, очень хорошо кладет нагрузку непосредственно в грудные мышцы. И это был тренажер для спины и для задней дельты. Сегодня я вам расскажу, как я обещал, о своем любимом тренажере в этой линейке, из тех 4, которые я пока видел. Это сгибание ног лежа. Действительно уникальный тренажер, который позволяет перемещать нагрузку непосредственно в бицепс бедра. Давайте посмотрим, почему и как это происходит. И я попросил моего друга, выступающего про-атлета, протестировать данный тренажер. Как вы видите, лежак сейчас горизонтальный, без уклона. Именно так нравится человеку выполнять данное упражнение, но это большое исключение, большая редкость. Не каждый умеет четко работать, не поднимая таз вверх, то есть не снимая нагрузку с бицепсов бедер. У него получается очень шикарно. Большинству я рекомендую все-таки изменять угол, как мы увидим чуть позже. Обратите внимание на то, где находятся ваши колени. Они должны быть максимально близко к лежаку. Не уходить далеко и не лежать на лежаке, но касаться их.
Именно так вы гарантируете безопасность коленных суставов. Ну что, Америка одобрила шикарный тренажер. Сейчас попрошу еще выполнить одну свою выступающую знакомую девушку, тоже данный тренажер. Она довольно-таки маленького роста, но, как вы видите, тренажер имеет много регулировок, и вы можете подобрать под любой рост регулировки, чтобы вам было комфортно. Вот сейчас она ляжет, и у нее будут колени очень далеко, потому что валики находятся далеко. Но мы изменим их положение, потому что ни в коем случае нельзя, девчонки, обращайте внимание, у вас часто такие ошибки, выполнять данное упражнение, чтобы колени были так далеко. Это с гарантией убьет ваши колени. Подрегулировали, и как вы обратили внимание уже, угол скамьи изменен. То есть от коленки до таза идет под наклоном, а затем корпус идет вниз. Это позволяет шикарно исключить момент подъема таза и направлять нагрузку целиком и полностью в работающие бицепсы бедер, что нам с вами и нужно. Тренажер действительно подходит для большинства занимающихся. Вы сможете подобрать с помощью регулировок любое положение. Спасибо, Николай, радуй нас и дальше своими тренажерами. Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайк. Если нравится, комментируйте, что понравилось, что не понравилось. Друзья, не упустите возможность всего за $8 купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Fuck Fitness». Набирайте в гугле в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарии, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем счастливо и удачи, сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступай в мою закрытую группу профессиональных тренировок. На каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это,
то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.